Всем привет, с вами канал Артмания. Вот, смотрите, смысл чайника стеклянного. Когда он чистый, он хорошо смотрится. Сейчас он не чистый. Чтобы он был чистым, надо его мыть каждый день. Каждый день прямо вот чистить. А так вот вода из фильтра, смотрите. Ну, вот как-то, честно, со стороны кажется, как будто там вода какая-то из лужи набрата. Какой-то прям даже это, к этой воде, честно, мне даже пить ее не хочется. Все равно вот она вот, грязь остается. Как не моешь, все равно что-то где-то остается. И сейчас покажу, как он кипит. Это же не полная темнота. Кипит.